Народные костюмы, песни и пляски – все в лучших традициях рябиновой ярмарки. Мастера народного творчества, коих съехалось немало, готовы удивить вас уникальными сувенирами. На фестивале работает большое количество мастер-классов. Сувенир можно изготовить и своими руками. В этом году у нас самое большое количество мастер-классов. Мы еще столько не проводили. У нас 15 мастер-классов на любой вкус. Это и роспись пряников, и куклы-качалки, и сама кукла-рябинка. Одна из самых вкусных площадок по росписи пряника. Любой может своими руками расписать вкусное изделие. А опытный мастер подскажет, как правильно пользоваться красками. Пряник сделали, можно попробовать себя в рукоделии. Одна из самых любимых куколок в народном творчестве – кукла-рябинка. Она охраняет от несчастий и неприятностей. Пряники прошли, сейчас мастерим куклу. Интересно вообще? Очень интересно. Нам очень нравится, что организовано очень много мастер-классов как для детей, так и для взрослых. Это очень интересно, потому что в повседневной жизни мы не можем себе не позволить, не найти время на это. А сейчас здесь очень здорово, дети очень рады. Дочка участвовала на концерте. А теперь пошли по площадку. Да, пошли по площадку, пряники расписывать. Особым подарком для гостей фестиваля стало выступление заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации «Солнечная радуга». За более чем 50 лет деятельности они участвовали на всемирных фестивалях в Гаване, культурных программах 20-х Олимпийских игр, а также коллектив занесен в Золотую книгу студенческих весен Прикамья. В настоящее время коллектив занимается при Пермском политехе и никогда не теряет возможности познакомить ценителей народного творчества по всему краю. Зритель как раз в малых городах, он, ну, он более такой открытый и принимает то, что мы представляем, и мы всегда это чувствуем, когда у нас артисты выступают на сцене, идет обратная реакция зрительская. Как раз в малых городах эта теплота вот такая душевная зрительская, она даже больше. Ежегодно фестиваль «Рябиновая ярмарка» посещает порядка 600 гостей. Выходной прошел на славу. Евгений Казанцев, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.